все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В субботу в Самарской области облачно, местами возможны осадки в виде небольшого дождя и снега, плюс 1, плюс 4 днем, ночью 0, минус 2 градуса. Ветер западный, юго-западный 2-4 метра в секунду. В Сызрани тучи, плюс 2 градуса днем, ночью 2 ниже 0. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, днем плюс 2, ночью минус 2 градуса, ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, 2 градуса выше 0 днем, ночью минус 2, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 75%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.